Всем привет, друзья, у микрофона, как обычно, я Капитон. Я попросил у разработчиков 10 промокодов на АКР Спорт. Ну, это самый дешевый эпик, он стоит всего лишь там голды 10. И я буду троллить всяких различных ютуберов, давая им данные промокоды. Так вот, сегодня в ролике я позвал Энигматика и сыграл с ним дуэлечку на промокод. Он будет думать, что я ему дам промокод на ножик или какой-то невероятно дорогой скин, а в конце я возьму и дам ему этот промокод на АКР Спорт. Я хочу посмотреть на его реакцию и скажу, ребятки, честно, она получилась очень смешной. Поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. А еще, чтобы вам было немножечко интереснее смотреть, я решил разыграть для вас 10 промокодов на вот этот вот Jet Command Luxury. Совсем недавно разработчики подарили их мне, чтобы я разыграл их в своих роликах. Поэтому в 10 видосах по классике перед роликом я скажу об этом конкурсе. А потом на отдельном стриме я выберу сразу 10 победителей. Для участия всего лишь поставь лайк на ролик и обязательно досмотри ролик от начала до самого конца. Без перемоток. Это очень важно. А потом подпишись на канал с колокольчиком, ведь вот столько людей смотрят без подписки. Пора бы это исправить. Ну и самое главное, напиши в комментариях, бро, почему именно тебе я должен отдать данный промокод. Обязательно напиши это и не забудь свою ID. Итоги потом будут на отдельном стриме. А мы приступаем к невероятно смешной и ламповой дуэлечке с Энигматиком в Standoff 2. Очень надеюсь, что его реакция будет смешной и она поднимет вам ваше настроение. Приятного просмотра. Итак, ребятки, вот мы уже и в каточке. Со мной тут Энигматик. Бро, смотри, сегодня мы играем в дуэлечку на промокодик. Мне недавно разработчики подогнали промики, короче, типа. Я вот думаю, как их раздавать, я решил, типа, в дуэли звать ютубер. Вот поэтому ты первый. Так что давай, братанчик. Ну, короче, братишка, готовь промокод, серьезно, потому что, типа, у меня серьезный план на тебя. Ребятки, кто помнит ролик со сборочкой инвентаря, вот я уже с этим сетом, он жесткий, он прям мне так нравится. Ой-ой-ой-ой, куда ты... Опа, брат. Блин, я так сразу не хочу тебе промокод отдавать. Ну все, брат, я говорю, готовься, я легенда, брат. Бро, только давай, если я выиграю, ты мне тоже что-то дашь. Если ты выигрываешь? Ха. Там приз такой нормальный, типа надо равносильное что-то примерно. А насколько нормально, насколько у тебя нормальный промик? Там ножик, я скажу, дорогой. О-о-о. Достаточно. Как тебе, если я тебе подарю, подгоню авик Винтерспорт с 4 драгонами? О, нормально. Ну, то, кстати, там, возможно, не совсем ножик, я не знаю, что там. Ну, там дорогой скин должен быть. Дигло Морган, да? Не, я, кстати, сейчас с Дигло Морган. О, дядь! Ты. А ты зря меня пушишь, типа, бро, это жестко. Ладно, хорошо. А ты Дигло, так я понимаю, любишь, да? Дигл? Да, я наоборот. Ребят, если мага хейтит Дигл, то я наоборот люблю. Я не понимаю, почему хейтит Дигл, ребята. Давайте все вместе под этим роликом вот сейчас напишем Дигл топ. Ну, это же идеальный пистолет, он в голову ваншотит. Я полностью с тобой согласен, потому что, типа, ну, Дигл нужно брать вот ради таких килок на 3 сейчас. Я ради тебя тоже Дигл возьму. Не ради таких килов, ребят, не ради таких. Кстати, у меня сейчас тот самый Дигл, который мне Ерлан подарил, типа, с этого ролика его, с троллингом. А он тебе отдал промик, да, все-таки? Да, типа, на Дигл Морган. Я его обклеил, и вот сейчас с ним бегаю. Кайфовый, на самом деле. А ты кого-то простреливаешь? Блин, я что-то даже пока выигрываю. Ого, опять увидел. Аккуратно. Ты че? Подожди-ка. Блин, это что, дуэльная Дигла какая-то? Бро, у тебя что, М40? Да, я думал, я тебя сейчас разнесу. Бро, ну я тоже тогда... Ой, я случайно авик купил. Ну ладно, я тогда с авиком. А, ладно. Я, короче, я возьму петух, я тебя зарашу. Я, короче, собирал сет, типа, золотой. Что-то у меня авик вообще не подходит под сет. Так хочу Treasure Hunter, ребятки. Ну, он бы идеально подошел под эти перчи. Если каждый скинется по 10 голды, то ты сможешь купить авик. Оп, по факту. Ты что-то перестал пушить? А, о, ты тоже авик купил? Я думал, ты опять сейчас запушишь реально с петухом. Я ждал тебя. Так, я сейчас дропаю хэшку такую жесткую. Вот так, оп. Блин, хэшка говно. Да, по факту. Кстати, если бы она залетела так, как я изначально хотел, то, возможно, я бы тебя сейчас убил. Возможно, но возможно нет. Ну, слушай, брат, я не знаю, как, знаешь или нет, но я топ-1 авик. Серьезно. Реально? Да. А Саша скилл? Саша скилл, брат, я не знаю, кто это. Кстати, прикинь, мы с ним играли, я его почти выиграл. Саня скилла, я их, кстати, видел, да. Ну, брат, я лучше Саня Сипла, понимаешь? Ну, хотя мы фанились, можно это тоже, нужно это тоже учитывать. Ну, по крайней мере, он. Ты с М40? Нет, с авиком. С авиком а прыгаешь? Да. Ты тихо.
Ты что ты даешь? Ну я с прицелом. А, тогда. Ничего ты не даешь. Тогда дефолт. Слушай, может быть, взять оружие жесткое? Я думаю, ты не угадаешь, что это за оружие, серьезно. Ты взял, походу, либо дробаш, либо петух, либо дигл. Вот если я что-то угадал, то я, в принципе, не удивлюсь. Нет, не угадал. Так. О! О, где петух? Где дигл? Ты что купил? Я купил плетку. Братанчик, но у меня для тебя есть тоже жесткое оружие. Реально, реально. Какое? Ой, я что-то скин забыл на него поставить. Ну ладно. Слышь, а какой у тебя сейчас дигл? А, у меня дигл Морган, который типа мне Ирланд подарил. А, ну это такое себе. У меня получше дигл. У тебя... Я хочу, короче, магу вызвать играть дуэль... Блин, вызвать играть дуэльку на вот тот дигл, который же есть новый, типа статрековского спаса. Да. Прикинь, это же имба. Ребят, 10 тысяч стоит, брат. Хочу что-то сипнуть в спрайтик. Что? Что это значит? Осуждаю, ребята, такие приколы на моем канале. Забей, бро. Блин, я купил случайно не то, я хотел диффуза. А, мы ММ пошли. А, ну такой, о. Я знаешь, что на первом раунде беру постоянно? Ты броню не закупал, что ли, все это время? Я не закупаю броню все это время. Реально? Ой, что я сказал? Ну я не закупал, думал, мы с тобой завейдем. А! Найс, чел на промех запустился играть. Я под землю ушел. Реально? Стой, ты сейчас рофлишь? Я в будке сижу. Ты чё? Стой, я не понимаю, ты типа рофлишь или прикалываешься? В смысле? Или байтишь меня, чтобы я вылез? Я ничего не байчу, я серьезно говорю. Ты где, дядь? Ты где спрятался? Я говорю, помнишь эту штуку, в которую ты залез? Я в нее сейчас залез. Ты рофлишь, дядь. Я тебе говорю нет. Вылазь. Ладно. Да, я так и думал. Блин, вот здесь... Блин, о, а почему... А сколько у тебя хп? 8. Точнее, 2. Куда ты пошел? Боже. У меня патроны кончились, пьюс. Братанчик, зря ты так. А что? Как ты меня забрал? Ребятки, новый топ-1 с дигла. Не-не-не-не-не. Я авик не успел взять. Вот. А вот тут я, кстати, обмануть мог, я мог успеть. А, ну, ты не успел. Я вижу твой экран. Я взломал твой экран. Ты взломал вебку школьника? Да. Пошел, уйду оттуда, ну нафиг. Не, давай серьезную дуэль на телах, серьезно. На миду, давай с тобой реальную дуэль на телах. Бро, мне пофиг, я хочу у тебя голды забрать. Брат, я снова провалился. Вау, бро. Какой у тебя дигл крутой, блин, а? Там их все арканы есть, не надо на дигл гнать. По факту. Дигл, не трожь. Если ваш дигл не обклеен 4 арканами, то тогда вы позер. Или 4 дигл мастерами. А где ты? Что? Стой, а ты это в прыжке дал? Да это в прыжке иноскопом. Дядь, давай я тоже М40 возьму, а что ты только с М40 играешь? Давай. Может нам вступить в пепис, слышишь? Короче, я тебе предлагаю, знаешь, куда пойти на длину зарубиться на М40? Длина это где? Ну типа, не в темку, а на лонг? Длину. Да. Ну, все, погнали. Ну, длина же. Лонг длина есть, да, точно. А ты почему не в 40 взял? Нет! О, 1 хп! У меня 1 хп остался. ХЗ, бро, вот у меня М40 квейк статрековский. У меня ровно 1 хп остался, слышишь? Бро, это тебя запроводился под карту. Опа-на. О, драйк взял, ты дурак. Дядь, я хотел, типа, знаешь... Ноускопчик с авика оформить, прям дикий. Понимаю. Не получилось. Брат, не лезь, хип-хоп. Вот это уже прикольная шуточка. Короче, я придумал тактику, еще одну жесткую. Скорее всего, ты вообще не догадаешься о том, что я буду сидеть здесь, но это имба тема.
Я так и знал! Я тебе клянусь! Блин, надо было за тобой с ножом пройти. Я слышу шаги. Ладно. Ладно, ладно, все, все, я солью тебе раунд за то, что я так обошел. Что-то это как-то по-крысиному было. Не-не-не, это 1-1, когда я обошел тебя тоже. А, ну окей, ладно. Имба тогда. Да что я тогда под себя хаешку кинул? Зачем ты под себя хаешку кинул? Не знаю. Вообще, я в тебе хаешку кинул. Ты заходишь снова меня? Нет, я сейчас тебе хаешку кину. Да блин, а что у меня все время моя эмка вылетает? Я случайно ее дропаю. Найс. Брат, как бы... My name is... Дядь, ты что там, кого простреливаешь? Подожди. У меня 4 хп. Судя, а что ты в двери решил пристрелить? Подожди. Ребятки. Подожди, брат. Я ж тебя вижу. Ты реально думаешь... Да нож. Давай, надо же! Плюс промик сюда. Сюда, сюда! Я не хочу тебе отдавать промокод. Давай, 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 давай. А там случайно промокод не случайно не Капитонов Эгей 228? О, о. А ты тоже про него знаешь? Да, знаю. Осуждаю. Ладно, стой. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Бро, я принимаю честно свое поражение. Честно, принимаю. Я тебе... Зайди вот сейчас в ВК. И активирую это. Захожу в промокод. Активировать. Раз, два, три. Стой, только не заходи в инвентарь. Не захожу. Успешно, успешно, не обманщик, Капитонов, не обманщик. Хорошо. Бро. Давай, если этот скин тебе будет не нужен, то мы его разыграем. Типа, ну, вдруг тебе там реально дофига скинов, там ножей всяких. Хорошо, хорошо. Ну давай, заходи, короче, показывай, показывай. А чё там? АКР Спорт! Нет, ну я оставлю. Ну блин, АКР Спорт на халяву! Дядь, ты понял троллинг? Нет. Я за тупок. Типа, крутой скин. Так он реально крутой. По факту. Ну реально крутой. Не, а ты чего ожидал? Я думал нож будет, Ты сказал мне нож будет, вообще там сказал за 5000. Я тебе готов был авик свой отдать дорогой, который стоит за 6000 сейчас у меня стоит на торговой площадке. А ты мне какой-то АКР Спорт подсовываешь. Имба. Ладно, ребят, если вам понравился троллинг, напишите в комментах, я, наверное, потом еще видео запишу с кем-то, пока не выпустил это, чтобы еще так затроллить. Бро! Я в шоке. Не продавай его, пожалуйста. Это же редкий АКР Спорт, он получен промокодом, он уникален. Так и напишем. Ладно, ребята, тыкайте на ролики, которые высветились у вас на экране. Обязательно подписывайтесь на Энижматика, а то он обидится на меня и больше не будет меня звать в свои ролики. Все, всем пока-пока. Пока.